Okay, I can do it in English, but you see, before to start my mathematical part of the talk, I want to say a few words about our new academic program. So maybe it is not too interesting for our guest. Since then, I prefer to do it in Russian. But after this, I will switch to English. Ага, так от можна ж, поки ще ви не почали оголошувати, то Привіт. значить, що в академії починають відкривати постдок позиції, чи яка там історія? Чи тут у вас якась Ну спеціальна? вот как раз я об этом как раз сейчас хотел сказать. Вот. А потом уже переходить к докладу, и если наш гость останется, то как бы тогда можно и на английском. Вот. Итак, можно начинать? Може, давайте, Міша, ти можеш представити гостя, як цей? Будь ласка. Наш сьогоднішній гість Андрій Анатолійович Дорговцев, заввідділом теорії випадкових процесів в Київському інституті математики. Дуже приємний чоловік і класний математик. Рекомендую послухати. Дякую. Ну, как я уже сказал, все-таки причин для моего выступления две. И вот первая причина немножечко административный характер носит. Состоит она в следующем. Сейчас в Академии наук объявлена новая программа постдоков. Состоит она в следующем, по крайней мере, на сегодняшний день, что молодые люди, окончившие аспирантуру и защитившие, получившие степень либо кандидата наук, либо PhD, не позже, чем 5 лет с момента на сегодня, имеют возможность участвовать в каком-нибудь математическом проекте в одном из институтов Академии наук. Но не только математическом, на самом деле это по всем дисциплинам, но я говорю про математику. И проект предполагает двухгодичную длительность и ставку старшего научного сотрудника ну, вот в одном из институтов Академии. Он не имеет продолжения, то есть никто не говорит о том, что эти люди потом останутся в институте. Такого никто не обещает, и программа пока на данный момент этого и не предполагает совсем. Вот. Мне кажется, что это очень хорошая возможность как-то поддержать молодых людей, которые вот где-то уже трудятся в вузах или институтах, вот, и с тем, чтобы такой человек с основного места работы поехал, скажем, к нам в институт, 2 года поучаствовал в проекте, при этом, особенно в наши коронавирусные времена, я считаю, это допустимо и возможно, он бы там имел, скажем, пол ставки или четверть ставки у себя преподавательской нагрузки, может иметь, вот, ну, а в дальнейшем вернулся назад. Вот. Вот, собственно говоря, это такая вот информация. И я сегодня хочу презентовать как бы тематику, в которой можно работать вот у нас в отделе. И здесь я плавно перехожу к второй причине, почему вот на вашем семинаре выступление. Дело в том, что та тематика, о которой я буду сегодня рассказывать, вовсе не предполагает, что человек, как говорил Козьма Прутков, будет флюсом в области теории случайных процессов. Скорее даже наоборот. Здесь нужны знания топологии, дифференциальных уравнений, вот, теории динамических систем, быть может, даже в большей степени. Ну, вам самим будет видно из моего доклада. Так что вот я предлагаю посмотреть на это вовсе не как на мою попытку, значит, вот сагитировать каких-то вот молодых людей, приезжайте к нам в Киев, оставайтесь у нас в Институте математики, ну а как на возможность вот действительно поучаствовать в каком-то интересном научном проекте, сохранив за собой основное место работы, подкормиться
совсем-совсем ставка старшего научного. Не всем молодым людям у нас в институте достается после 5 лет окончания защиты кандидатской. Вот. Ну и вернуться как бы на основное место работы. Так что вот это вот мое такое организационное объявление. Якщо можна, я пару слів хочу додати до того, що сказав Андрій Анатолійович. З свого досвіду я знаю, що ну от я в свій час був в Києві в цьому відділі випадкових процесів проходив практику. І це не було 2 роки, це було 4 місяці, здається. Але я ці 4 місяці провів в Києві з великою користю для себе. І абсолютно я впевнений, що ті знання, які я почерпнув з Києва в цій галузі, мені дуже потім ну, були незайвими в моїй професійній кар'єрі. От що я хочу наголосити. Дякую. Спасибо. Ну, если больше вопросов нет, возможно, мы можем тогда перейти к математической части доклада. Значить, стосовно тих всіх позицій, то та ситуація, яка повинна бути, в нас, до речі, математика, ну, принаймні, топологія так і виникла. Посилали таки в Москву. Цього часу. Ну, Михайло Зрічний приїхав звідти, і Гуран, і все. Ну, я знаю, там, про Зрічного, я знаю, він розказує. Так, от, а в Київ теж були спроби алгебру тут присадити, ну, як це, прищепити. Імовірність, ну, якось того дуже бракує. Тобто, звичайно, зайшлася. Ну, присувайте, ми з большим удовольствием. Без роботи і не останеться чоловік. Буде йому що робити. Я ще хочу додати, що, ну, оскільки я трошечки був в цьому відділі, ну, і знаю Андрія Анатолійовича, і з ним працював разом, ми статтю написали, а навіть 2, от разом. Значить, в цьому відділі, який спочатку, значить, очолював Анатолій Володимирович Скороход, так його звали, да? Анатолій Володимирович, а, окей. От. І там традиції такі в цьому відділі, що це основна тематика – це випадкові процеси, але аналіз там використовується на дуже високому рівні. І от я якось опанував дисертацію учениці Андрія Анатолійовича і ще раз переконався в тому, що аналіз там на дуже високому рівні. Тому якщо хтось з наших молодих кандидатів наук поїде на постдок, то дійсно це буде для нього дуже корисно. Чому я... а можна ще, до речі, такі формальні питання щодо постдоків? Значить, постдоків загально по Академії науки, розумію, це не тільки ваш відділ, вони конкурують відділи, тобто можна подавати... Звісно, тому я от і обращаюсь, нужен нам... Ну, как бы вот вы предлагаете человека, вот, а мы уже потом будем писать проект, будем, ну, можем и не выиграть, ну, как бы, ну, но да. Попробовать, я считаю, что попробовать обязательно надо, как бы, и, потому что есть что делать, как бы, ну, и будем стараться выиграть, если уж. А сейчас скажите, сколько тут таких позиций? Я так понял, что на естественные науки 18. Как бы. По Украине? Да, да. Вот. Ну, вот, ну, что есть, что есть. Понятно, что это крайне мало, но тем не менее, ну, будем стараться. Не, ну, це більше, ніж фінансують тем математичних в Україні. Ну, да. Да. Ну, как есть, так и живем. Да.